городе всегда много гостей. На одного местного жителя примерно 10 приезжих в год. При таком соотношении в Москве, скажем, оказалось бы 80 миллионов человек. Кое-кто завидует живущим здесь. Еще бы. Горы, море, солнце. Конечно, все это есть. Но ведь в главном-то город похож на все остальные. Он труженик. Вот об этом мы и хотим немного рассказать. Да-да, это тоже Сочи. Вы ведь не откажетесь от свежего молока на завтрак. Лето в Сочи особенно горячая пора. Приходится Алексею Столярову, селекционеру, быть мастером на все руки. Агарочка, молодец, давай, блин, доится, давай, доится, вот он. И встают животноводы совхоза «Россия» раньше самых ранних курортников. Вообще, курорт Большой Сочи – это развитый аграрный район. К примеру, 8 здешних совхозов только овощей выращивают больше 20 тысяч тонн. Здесь самая северная зона возделывания чая. Есть среди хозяйств Сочи и уникальные. Например, совхоз «Адлер», которым руководит Лидия Ивановна Облок. Лет 20 назад ее, молодого ихтиолога, привезли в чистое поле и сказали: «Давай, директор, разворачивайся». Сегодня здесь один из крупнейших питомников форели. Ежегодно курорт получает почти 200 тонн деликатесной рыбы. Набираться опыта приезжают теперь к Лидии Ивановне со всей страны. В окрестностях Сочи, в стороне от туристских троп, немало горных пасек. На этой живут супруги дикие. Работа у них кропотливая. Пчелы ведь внимание требуют, постоянные заботы. Так что эти сочинцы море видят нечасто. Зато и целебного меда со всех пасек выходит за год ни много ни мало 150 тонн. Всякая знаменитость, город всегда заботится о своей наружности. Самые знатные строители – бригада Владимира Ивановича Фощенко. Его весь город знает. Что ж, депутат Верховного Совета России просто обязан быть, так сказать, всегда на высоте. Строила бригада Фощенко и новый корпус всемирно известной Мацесты. Конечно, именно целебные мацестинские воды создали славу Сочи как крупнейшему бальнеологическому курорту страны. Для справки, бальнеология – лечение водами. Здесь
Здесь на практике используются научные достижения советской курортологии и физиотерапии. Постоянно ведется разведка новых и новых источников. А когда-то был всего лишь этот слабый ручеек. Не так уж давно, ведь курорту 75 лет. Вот это первый санаторий Сочи. Кавказская ривьера. За труд в военные годы город удостоен ордена Отечественной войны первой степени. В здравницах Сочи работают сегодня больше 3000 врачей разных специальностей. Разумеется, оборудован курорт по последнему слову медицинской техники. Но согласитесь, даже электронная аппаратура не заменит опыт врача, умение найти индивидуальный метод лечения. Внимание! Моя правая рука лежит сейчас у вас на голове. Откиньте немножко голову назад. Слушайте меня внимательно. На счет три вы упадете назад. Раз, два, три! Для того, чтобы вы поняли способность человека к восприятию внушений, мы проведем с вами сейчас психологический опыт. Анатолий Александрович Мелодиев был хирургом, рентгенологом, терапевтом, вел научную работу. И лишь потом счел возможным заняться психотерапией. Вот расскажи, когда ты выходишь к доске в школе, какое ты испытываешь чувство, что тебе трудно? Я испытываю волнение, я не могу отвечать, вот у меня появляется заикание. Ты мне пишешь, что после сеанса ты проснулся, тебе было хорошо, и разговаривать стало легче, и целый день настроение было хорошее, и ты разговаривал без запинок. А потом, если ты помнишь... Эффективный результат в кратчайший срок. Это дается только огромной практикой и обширными познаниями. Вы продолжаете спать. Ваша нервная система обретает устойчивость. Вы становитесь внутренне спокойным человеком. Субтилис тонкий. Субтилис тонкий. Видите, даже от начинающей медсестры здесь требуют основательной подготовки. Престиж фирмы. Это тоже лечение. Только в роли врача, на этот раз библиотекарь Екатерина Александровна Прохорова из санатория «Кавказская ривьера». Екатерина Александровна первой в городе занялась новым делом – библиотерапией. Что это? При помощи специальных тестов определяется психическое, эмоциональное состояние человека и затем подбирается соответствующий круг чтения. Оказалось, книги иногда помогают не хуже лекарств. Как вы думаете, зачем этому человеку выброшенные морем обломки? И кто он такой?
Ну, официально должность Михаила Ивановича Шиманского – методист лечебной физкультуры. А по сути своей он изобретатель. Придумывает и сам мастерит всяческие приспособления для тренировки. Давай! Ну, молодец, пошел! Опа! Еще раз, ну, бей! Так, еще раз, молодец! Вот так, пошел! Ну, вот! Ну, да, догони! Вот, вот так, молодец! Уйди из зоны чужой, нельзя туда заходить. Не надо заходить туда. Пошел. Не останавливайся. Быстро здесь. Ну, бей. Вот так. Сто 160 тренажеров. И таких простых, и довольно сложных, созданы Шиманским. Тысячам людей помогли они вернуть здоровье. Хорошо. А можно чуть-чуть звонче? Здравствуйте! Меня зовут Татьяна Васильевна. А вас, ребята? Здравствуйте! Ребята, сейчас мы с вами станцуем польский танец «Лобода». Танчим «Лобода», «Лобода», «Лобода». Танчим танец. 22-ю минуту. Татьяна Дробинина, работник городского справочного бюро. Бердичевская, инжирная, 6, да? 93-81-33. А на детские площадки она постоянно приходит в свободные часы. Не по службе, по душе. Очень любит развлекать детей. И вроде бы получается неплохо. Во всяком случае, дети очень довольны. Вот такой он, Сочи. Настоящий труженик. Как знать, может, без этого и море не казалось бы здесь таким ласковым и особенно теплым.